Свидетельство о рождении ребенка выдают во всех родильных домах Твери. Новый механизм выдачи свидетельств был успешно реализован на базе областного клинического перинатального центра имени Бакуниной. И 2 октября в отделении было выдано первое свидетельство о рождении ребенка. На сегодняшний день отделение ЗАГС работает в 4 учреждениях города. Кроме перинатального центра, это областной родильный дом, а также роддома под номерами 2 и 5. Документы, необходимые для государственной регистрации рождения ребенка, это паспорт матери, паспорт отца, свидетельство о браке и медицинское свидетельство о рождении из родильного дома. Обеспечить работу таких подразделений поручил губернатор Игорь Рудыня. Мы предоставим возможность, начиная с перинатального центра и далее в других наших учреждениях, где происходит родовспоможение, зарегистрировать на месте новорожденного, чтобы он стал полноценным гражданином, получить свидетельство о рождении, и чтобы это не доставляло лишних хлопот родителям новорожденного.